Добрый вечер. Вы смотрите программу «Сомнения» с Денисом Базанковым на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня в нашей программе мы вернемся к теме, о которой в предыдущих выпусках мы говорили неоднократно, и которая вызывала, все-таки можно так сказать, общественный резонанс. Сегодня мы поговорим о бюджетных отношениях в нашей республике, о межбюджетных отношениях. Что сейчас у нас на данный момент? Ни для кого не секрет, что между городом и республикой у нас все-таки идет какая-то своеобразная информационная война. Каждый может залезть в интернет и увидеть, что там творится. Попробуем сегодня разобраться, но уже с другой стороны. Я представляю гостей нашей студии. Министр финансов Республики Карелии Игорь Викторович Усенин. Добрый вечер. Добрый вечер. И депутат Законодательного собрания, председатель по экономической политике и налогам Законодательного собрания Карелии Андрей Валентинович Смирнов. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, я очень рад, что вы пришли в нашу студию. Действительно, чего нам не хватало, вот мне как журналисту, да и, наверное, нашим телезрителям постоянным, нам нужна еще одна точка зрения на сложившуюся ситуацию. Итак, Игорь Викторович, первый вопрос все-таки. Вы полтора года назад приступили к работе в качестве министра финансов Республики Карелия. С чем вам пришлось столкнуться? Скажем так, если кратко характеризовать состояние бюджета в Республике Карелия на тот период, ну, можно таким словом, как непростое, да, мягко говоря. Почему? Ну, потому что по ряду причин, которые как объективные были, так и необъективные, потому что все-таки 2010 год – это первый год после восстановления экономики и выхода экономики из кризиса, который у нас бушевал на протяжении 2 лет. Вот. И первое, что сразу же бросилось в глаза, это наличие достаточно большого государственного долга. Нельзя сказать, что это критично. Критично, если бы было 100% да, от собственных доходов. Но государственный долг на уровне 72% от собственных доходов. Как если бы у вас в семье 100 рублей доход, а 70 вы должны были отдать банкам, а на 30 жить. Поэтому это весьма-весьма проблематично. Это одна из первых проблем, которая существовала. Вторая проблема, которая была, это то, что в бюджете республики на тот период фактически не было заложено выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы до конца года. То есть основные ассигнования были заложены на выплату заработной платы, на начисления по оплате труда, а также на коммунальные услуги на уровне 90 месяцев по 2010 году. Вот. Ну и третья проблема, с которой мы столкнулись, это большая дыра в бюджете в виде дефицита, а также то, что в качестве обеспечения расходных обязательств, которые мы должны были погасить, в том числе по выплате заработной платы, в бюджете республики были предусмотрены в качестве доходного источника продажа акций. И всего это на сумму 1 миллиард 800 миллионов. Представляете, даже в хорошие времена, скажем так, да, для бюджета республики, чтобы получить такие деньги в доход бюджета, ну, это на грани фантастики, наверное, что-то из области фантастики. Хорошо, проблема, вот я понял, да, вот вы по пунктикам обозначили. Время-то шло, вы работали. Время шло. Чему пришли? Да, время шло, работали. Работа была, кстати, я должен сказать, проведена просто колоссально, всех ветвей власти, без исключения. В результате, был отработан механизм, когда мы привлекли для финансирования наших обязательств, для обеспечения, самое главное, социальных обязательств, по заработной плате, мы привлекли бюджетный кредит федерального бюджета. Это помогло снять напряг определенный, да, чтобы выплатить и обеспечить выполнение социальных обязательств. Далее, так как вот те кредиты, которые ранее привлекались, они были очень дорогими. Я вам скажу, что процентная ставка доходила до 20%. Вы представляете, сколько бюджет республики тратил на обслуживание этого государственного долга. В результате, опять же, предпринятых мер по рефинансированию дорогих кредитов, по снижению, процентных ставок по кредитам, нам удалось только до конца 2010 года сэкономить для бюджета свыше 200 миллионов рублей. Это очень большая сумма. И кроме того, опять же, в результате проделанных всех работ, которые делало правительство по работе с федеральным бюджетом, мы получили в конце года дополнительную финансовую помощь в виде дотации на сбалансированность, которая помогла нам не только закрыть все, что мы предполагали, все социальные обязательства, но и привело к тому, что мы сумели снизить в процентном отношении объем государственного долга. Я правильно понимаю, если проще, да, удалось сделать шаг вперед, выровнять безусловно, ситуацию, безусловно. Да, скажем, он не какой-то глобальный, но, по крайней мере, обстановка стала лучше. Безусловно. Хорошо, вот теперь мы немножко подходим к тому, что да, на республиканский бюджет у нас легло теперь финансирование здравоохранения,
Правильно я понимаю, да? Передали у нас муниципального уровня. Что у нас еще передали помимо этого? Ну, здесь нужно еще, наверное, обратить внимание на то, вот как я уже сказал, как мы закончили 10-й год, да, и с чем мы начали уже 11-й год. То, что сейчас вызывает очень много споров, в том числе на площадке законодательного собрания по утверждению отчета главы республики по 2011 году. Так вот, если опять же посмотреть и обратиться тем цифрам, может быть, или просто к той ситуации, которая была. Вот берем сейчас отчетные данные за 2011 год. Так вот, у нас объем собственных доходов, опять же, налоговых и неналоговых, ну, это опять как в семье, да, вот у вас было 100 рублей. Вот хороший пример, давайте еще раз рублей, тогда. 100 рублей, да, а вы вот отработали в результате хорошо, да, там где-то поработали, где-то дополнительную работу выполнили. У вас появилось, допустим, 119 рублей уже, да, это положительный момент, это работа. Вот в результате на 19% у нас повысились собственные доходы бюджета республики. Важный момент, очень важный момент, на наш взгляд. Что нам еще было сделано? Своевременно выполнены были все, безусловно, без исключения обязательства, которые были заложены у нас в бюджете на 2011 год. А это, опять же, социальные обязательства, это заработная плата, это выплата пособий. Кроме того, были введены еще и дополнительные какие-то обязательства, пособия, в том числе и по области поддержки детства. Вы помните, что выплачивались, да? То есть вот такие вещи. Кроме того, в полном объеме была выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы за декабрь месяц. Потому что это крайне важно. Если посмотреть, то срок выплаты заработной платы наступает там, до 10 числа месяца следующего. Да? То в этом случае мы предприняли все шаги для того, чтобы заработная плата за декабрь работникам бюджетной сферы была выплачена именно в декабре. То есть люди уже пошли с деньгами в новогодние праздники, новогодние каникулы. На наш взгляд, это очень важный социальный аспект для наших граждан. Что было еще сделано? Впервые, наверное, вот в 2011 году у нас в бюджете республики были предусмотрены средства на софинансирование федеральных проектов программ. Тут ни для кого не секрет, что без помощи из федерального бюджета нам за счет средств, собственных средств республики нам, ну, не развить ни социальную сферу, скажем так, ни экономику республики. Поэтому мы пошли на такой шаг. В результате было выделено 221 миллион рублей и было привлечено, я обращаю внимание, вот за счет этих, то, что мы вложили, из федерального бюджета было дополнительно привлечено свыше 1,6 миллиарда рублей. Ну вот как раз стоит объяснить, наверное, да, софинансирование с федеральным, это когда действительно мы даем сколько да. мы можем, да, грубо говоря, так для обывателя, а нам за это дает федеральный центр еще больше денег. Вот так удалось привлечь инвестиции. То есть шаг вперед сделан в работе с федеральным центром. Не только, ведь было и по другим направлениям очень много сделали. Опять же вернемся к тому же пресловутому государственному долгу, который тоже сейчас является как бы предметом обсуждения в средствах массовой информации. Мы провели, опять же, колоссальная большая работа была проведена. И впервые за вот последние несколько лет нам удалось снизить все-таки государственный долг не только в процентном отношении, но и в абсолютном выражении. Это на 530 миллионов рублей. И мы вышли уже на 1 января 2012 года с государственным долгом в размере 44%. То есть за полтора года, вы знаете, вот, да, какой промежуток времени прошел, что было сделано правительством в этом направлении. Давайте вернемся тогда вот к проблемам, которые возникли. Да? Вот здравоохранение я уже затронул, да? Перевели на республиканское. Какие в связи с этим проблемы возникли? И возникли ли они вообще? По здравоохранению? Да. Ну, конечно, безусловно, при формировании бюджета, если опять вот сейчас мы уже переходим, да, я так понимаю, плавно к бюджету 2012 года, при формировании бюджета было очень много, скажем так, было три основных вызова нам сделано, да, вот при формировании. И вызовы эти, причем, они достаточно затратные и очень важные для бюджета республики и формирования межбюджетных отношений. В первую очередь я бы хотел сказать по полномочиям, связанным с передачей на федеральный уровень полиции. Сейчас уже полиция, раньше была милиция общественной безопасности, да, мы туда, сейчас полиция. Так вот, мы передали расходов, ну, чуть больше 1 миллиарда рублей, но мы передали полномочия, и с нас же, опять же, с республики, в рамках межбюджетного регулирования были перераспределены доходные источники в виде акцизов, которые поступали ранее в бюджет республики, и переданы дополнительные полномочия по финансированию среднего профессионального образования,
по полномочиям в сфере занятости, ну и ряд других. Практически от этого перераспределения бюджет республики не выиграл ничего, то есть мы практически вышли по нулям. Поэтому ни о каких там идут такие разговоры о том, что бюджет республики дополнительно получил 500 миллионов рублей. Нет, здесь речи не идет, это все доказано, это все на цифрах, это все цифры согласованы с существующими организациями. Следующий момент, который мы в обязательном порядке должны были учитывать, и мы действительно учли, это создание дорожного фонда. Дорожный фонд, да, о нем уж много говорили. Тоже, это очень тоже интересная тема. Но так, для понимания, для телезрителей, хотел бы сказать, что дорожный фонд мы создали, но под этот дорожный фонд дополнительных источников нам никто не передавал. Поэтому у нас как был один пирог, один каравай, так он и есть. Но доходы и расходы дорожного фонда являются целевыми. Поэтому от них отщипнуть мы ничего не можем на финансирование других отраслей. Поэтому здесь ничего не остается, как по другим отраслям, по другим направлениям бюджетной политики. Мы должны каким-то образом немножко подтянуть пояса с тем, чтобы произвести внутреннее перераспределение. И третий вызов, который был, это уже передача здравоохранения на республиканский уровень. Если до 1 января 2012 года финансирование здравоохранения муниципального осуществлялось за счет средств муниципального бюджета, то, начиная с 1 января 2012 года, все здравоохранение перешло на финансирование из республиканского бюджета. А это дополнительная наша статья расходов, которая ранее не осуществлялась. Вот. А теперь мы осуществляем в полном объеме, в том числе и материально-техническое содержание. Эти расходы в 2012 году тянут у нас в республиканском бюджете на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Приличная сумма. То есть сумма, да, достаточно приличная, если посмотреть. Но для того, чтобы финансировать и осуществлять эти полномочия, в том числе по содержанию и по выплате заработной платы, содержанию данных учреждений, конечно же, мы ввели механизм межбюджетного регулирования. Если на одном уровне бюджетной системы, на муниципальном уровне, сокращаются какие-то полномочия, эти полномочия переходят на другой уровень. Соответственно, за полномочиями должны идти и денежные средства. Правильно? Правильно. Все логично. Поэтому было принято решение на федеральном уровне, были внесены соответствующие изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации. В части перераспределения налоговых поступлений от налога на доходы физических лиц между типами муниципальных образований. Но это мудрено. Мудрено, ну да? Ладно. Было принято решение и на региональном уровне работала согласительная комиссия, в том числе с представителями законодательного собрания. То есть этот вопрос не решался с кондачка и не кулуарно в правительстве. Этот вопрос обсуждался на всех уровнях власти. И вот в результате данного перераспределения было произведено, значит, 10% налога на доходы физических лиц были уменьшены нормативы отчисления бюджета городских округов и переданы бюджетам муниципальных образований. Я должен сказать, что ни копейки, ни рубля от этого перераспределения в бюджет республики не поступил. То есть это все ушло на муниципальные районы. Все-таки вот у нас большую роль, да, при формировании бюджета республиканского, да, и так далее, играют депутаты законодательного собрания, все-таки они его принимают, да, голосуют. Андрей Валентинович, вот у меня в последнее время такое ощущение складывается, что далеко не все наши депутаты, когда голосуют за те или иные поправки, понимают вообще, о чем идет речь. Мне одному это кажется. Наверное, нет. Нету единогласного какого-то мнения у депутатов. Действительно, тяжело вникнуть в ситуацию. Направлений много, а мы не можем являться специалистами по каждому направлению. Поэтому мне кажется, что в таком случае надо доверять профессионалам. На мой взгляд, что наш Минфин, там работают профессионалы, мы должны им доверять. Если Минфин, хоть он и является исполнительной властью, это уже как некий враг сейчас в Заксобрании, мы и говорит, что так будет правильно, наверное, надо его поддержать, надо ему доверять. И наоборот. Что мы боимся? Противостояние между городом и республикой, о котором вы говорили, оно уже длится в республике больше 10 лет. И если сейчас вдруг, а мы видим, что к этому идет, начнется противостояние между законодательным собранием и правительством, то тогда Карелия вообще зайдет в своем развитии в тупик. Ни город, ни республика полноценно развиваться не могут, у них конфликты. Теперь еще исполнительная и законодательная власть начнут конфликтовать. Все-таки, мне кажется, надо работать консолидированно, совместно. Поэтому к чему мы пришли? Вот этот случай межбюджетных отношений, он очень показателен. Я думаю, дальше будет таких случаев, таких спорных вопросов еще больше. И мы должны садиться, наверное, за стол переговоров, не выносить это на политическую арену. Там, где кто громче крикнет, тот и прав. Нам не надо лоббировать интересы конкретных людей, там, или депутатов, или городских депутатов, и депутатов районов. Я вот депутат района. В Клевальского. Для нас очень важно, чтобы
тот бюджет, который у нас выделен, который действительно увеличился в этом году на 10%, чтобы сумма не уменьшилась. Если депутаты не поддержат инициативу губернатора, то может произойти то, что в бюджете Калевальского района бюджет уменьшится. Для нас это недопустимо, мы уже распланировали свои затраты. И также в других районах. Тем не менее, я слышу в законодательном собрании мнение, что ничего не изменится, что меньше денег не будет, наоборот, будет больше денег. То есть городские депутаты поддерживают, у них другая позиция. Вот я думаю, что голосование 24-го покажет. Вопрос очень серьезный, цена вопроса... Озвучьте тогда для наших телезрителей, по каким вопросам-то будет голосование. Вопросы, которые вот мы сейчас обсуждаем, это о межбюджетных отношениях. Наш депутат Виталий Красулин сделал несколько поправок, которые влекут за собой следующие моменты. Цена вопроса 1 200 000 рублей. Это перераспределение доходов от НДФЛ, общего консолидированного бюджета республики, это субсидии в образование, и это так называемый отрицательный трансфер. Да? И вот эти три вопроса, они одни из ключевых на законодательном собрании. Так вот, я как председатель комитета по экономике, экономист, потратил много времени, чтобы вникнуть в суть вопроса. И наши депутаты действительно сейчас пытаются вникнуть, каждый из депутатов вникнуть в суть вопроса, разобраться. Вот хорошо, что Игорь Викторович и его заместители готовы встречаться с каждым депутатом в отдельности, с фракциями, объяснять. То есть нам нужна прозрачность. Главное, чтобы еще информация в правильном варианте дошла до самих депутатов, чтобы они действительно поняли, о чем идет речь. Если не понимать, Игорь Викторович, согласитесь, да, все-таки нужны какие-то знания в экономике, да, в том же бюджетном кодексе какие-то познания. И вот как раз коснулись отрицательного трансферта, да, средства массовой информации у нас завалены отрицательный трансфер. Игорь Викторович, давайте из первоисточника скажите нашим телезрителям, мне в том числе, еще раз, что такое отрицательный трансфер и почему у нас тут проблемы такие? Честно говоря, проблемы-то не знаю, из-за чего возникают, да, если посмотреть, опять же, мы же не просто так вот взяли и ввели этот отрицательный трансфер, да. Отрицательный трансфер – это в том числе одним из источников компенсации тех расходов, которые мы несем в связи с передачей здравоохранения из бюджета города, да, в бюджет республики. Что получается? Если вот взять, опять же, отчетные данные, которые на сегодняшний день существуют, мы же финансисты, мы же должны говорить, апеллировать, наверное, какими-то отчетными данными. У меня вот здесь есть даже с собой выписка из отчета. Так вот, по здравоохранению, если посмотреть, то за 2010 год город Петрозаводск нес затраты на здравоохранение в размере 700 миллионов рублей. В 2011 году эти затраты составили 495 миллионов рублей. Но с чем это связано? Это связано с тем, что начиная с 1 января 2011 года, на примере города Петрозаводска, мы начали постепенно брать на себя данные затраты, то есть поэтапный переход. Мы взяли эти расходы, составили больше 300 миллионов рублей, которые мы понесли в 2011 году. Поэтому, вводя механизм, скажем так, перераспределения ДФЛ, и вводя механизм отрицательного трансферта, это когда уровень бюджетной обеспеченности становится выше, чем в среднем по республике, поэтому вводится абсолютно законный механизм отрицательного трансферта. Здесь ничего нет противозаконного, абсолютно. Здесь чисто политическая какая-то игра. Все, был введен механизм отрицательного трансферта. Ничего страшного. Но опять же, если обратиться к тому, что говорят, что город чего-то потерял. Да. Так. Вот давайте. Мне интересно. На нашей площадке кричали, что мы тут вообще потеряли. Вот давайте посмотрим. Опять же отчетные данные за 4 месяца, которые прошли этого года. Давайте сравним доходную базу, допустим, города Петрозаводска в тот период, аналогичный период 2011 года и аналогичный период 2012 года. Так вот, на сегодняшний день, если сравнить эти данные, то за 4 месяца 2011 года в бюджет города Петрозаводска поступило 895 миллионов рублей. В этом году у них поступило 845 миллионов. Прям точно не надо, разница где-то составляет между прошлым годом и текущим годом порядка 53 миллионов. Да, 50-52. Но тут очень важный нюанс, который я прошу обратить внимание. Если в прошлом году за этот же период город потратил на здравоохранение из 895 150 миллионов рублей, то в этом году он не потратил ни копейки. Поэтому у него возникает положительная разница. Поэтому вы можете, пожалуйста, направлять их на обеспечение дополнительных каких-то обязательств, да, выполнение своих обязательств по вопросам местного значения. Никаких вопросов нет. Это к тому иллюстрация, что говорят, что город потерял, страшно, город ободрали. Никто никого не обдирал.
все нормально идет. Если бы не нагнеталась вот эта политическая шумиха, то ничего бы и не было. Город бы развивался. Даже, наверное, в более таких более темпах. Динамично. Да, более динамично. Ну, вы как человек вот к этим, ко всем политическим составляющим, как относитесь? Ну, я вообще не политик по своей сути. Приходится все-таки, накладывают на ее работу теперешняя, да, она накладывает всегда политический отпечаток на все процессы происходящие, ну, в частности, вот в республике. Вот, поэтому таких вот явных, сказать, перекосов там бюджет, межбюджетных отношениях у нас не наблюдается. Поэтому, если бы не было вот таких шумих, то все было в порядке. Хочется в это верить, Андрей Валентинович. Ну а депутаты что говорят по этому поводу? Ну, что говорят, что думают депутаты. Оцениваем ситуацию внутри законодательного собрания. Со стороны мы смотрим на вот эти споры между городскими властями, между исполнительной властью. Мы хотим выступить некой такой третьей силой, да, которой мы и являемся, чтобы все-таки как-то нивелировать или урегулировать данный конфликт. Мы видим свою роль в некой такой миротворческой организации, которая должна разобраться в ситуации, выслушать и одну сторону, и вторую, занять где-то нейтральную позицию, и самое главное сделать так, чтобы жители нашей республики не пострадали. Может быть, возможно, какой-то компромисс, может быть, правда, где-то посередине, мы подталкиваем и к этому обе стороны. Но тем не менее, 24 числа будет проголосовано или за, или против. Может быть, будет решение не принято. Тем не менее, все-таки мы доверяем нашему Министерству финансов. Это действительно те люди, специалисты, которые себя показали и на федеральном уровне. И повторюсь, нет причин не доверять. Если не ошибаюсь, то мы по Северо-Западу в плане финансовой политики то очень на высоких позициях, Игорь Викторович, это правда, да? Да мы не только по Северо-Западу, Россия, мы в целом, да? По Российской Федерации, да, вот если опять же, ну это не бахвальство, это объективная реальность, да, нам в ощущении, да, если слова классика марксизма-ленинизма, вот, действительно так, мы впервые вот в 2011 году вошли в двадцатку лучших регионов по качеству управления региональными финансами. Это, ну, достижение, я считаю, что это очень хороший показатель. Он же еще играет и своеобразным индикатором того, что для инвесторов, тех же, кто хочет работать с республикой, кто хочет вкладывать средства, то, что здесь ведется грамотная финансовая политика, ответственная финансовая политика, самое главное. Вот, поэтому, как показатель, это очень важно. Кроме того, наша программа по повышению эффективности бюджетных расходов заняла третье место, она стала одной из лучших в Российской Федерации. Это говорит, опять же, об уровне профессионализма тех работников, которые работали, да, всех министерств и ведомств без исключения. Потому что эта программа рассматривалась и на уровне законодательного собрания, она была одобрена, принята, и поэтому мы ее сейчас реализуем. Поэтому, значит, это тоже опять не бахвальство, это опять же факт. Который... То есть, в принципе, который можно, да, обосновать, да, показать, Денис, что это не придумано. Если бы мы это сами делали, эту оценку, это не наша оценка, мы себя не восхваляем. Это мы то, что констатируем факт, который проконстатировали на федеральном уровне. Я думаю, что республике этим надо гордиться, а не бить ее за это. Ну, вот тут как раз политическая составляющая. Что мы видим в итоге? Да, у нас действительно информационная война какая-то развязана. Как бы вы ни старались, все равно будете пока на данный момент такое ощущение виноватым. Да? Но я думаю, дай бог, что если Андрей Валентинович говорит об этом, что у нас все-таки все сведется к миру, возможно, к какому-то перемирию, что наконец-то здравым, нормальным языком все заговорят и придут к чему-то общему, чтобы всем было хорошо и все успокоились наконец-то. Вы, кстати, в это верите, что у нас все будет более-менее? Я вообще по натуре своей все-таки оптимист больше. Поэтому я верю, что все будет нормально. И мы сейчас опять, вот Андрей Валентинович говорил, мы очень плотно работаем с законодательным собранием, с тем, чтобы донести до них все-таки, что мы не враги, мы наоборот, мы хотим диалога, мы хотим нормально работать. И более того, мы хотим, чтобы республика наконец-то наша начала процветать. Жители это этого хотят. Вот это самое главное. Надеюсь на то, что у нас 24 числа в законодательном собрании пройдет все хорошо. Хочется, я тоже оптимист в этом плане. Поэтому хватит уже действительно политических каких-то войн или так далее. Нужно, я думаю, работать. И чтобы жители ощутили результат этой работы. Может, действительно, республика уже в ближайшее время зацветет. В хорошем смысле этого слова. Я благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Я думаю, это не последняя наша с вами встреча. Чуть позже я приглашу вас снова. Тем у нас для бесед очень много. Ну, а телезрителям напоминаю, вы смотрели программу «Сомнения» с Денисом Базанковым. Увидимся ровно через неделю на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. До свидания.